набор для электровелосипеда. Сейчас иду домой, буду разбирать его. Ну и посмотрим, как он встанет. Дальше буду показывать разборку, установку. Вот так вот, и Land Cruiser не понадобилось, чтобы увезти груз 12 килограмм вот такого вот габарита. Поэтому вот такие дела. Всем привет! Вот пришла посылка, электронабор, как я уже сказал. Пришлось ехать самому, потому что эти транспортные компании, ну, работать нифига не хотят. Я сделал запрос на доставку курьера на дом. В итоге они что-то, ничего не получили, в итоге взял на велик и погрузил. В общем, с деку большой минус. Давайте распакуем. Как бы посылка дорогая. Я, наверное, первый раз. Ну, нет, не первый раз. Заказываю такие. Эта посылка отмечается как хрупкий груз. Поэтому пришла она вроде даже, ну, коробка шибко-то даже и не помята. То есть я там уже приготовился рубиться. Ошметник свой туринговый ноль. Ну, как говорится, что, ребята, с Богом. Так, что у нас тут пришло? Мануал, то есть инструкция, как, скорее всего, всю эту тему ставить. Дальше, защита сама. Упаковочка, все очень замечательно. Давайте покажу поближе. Вот оно. Так вот. Как говорится, я без вашего участия тут разберу, чтобы мне на камеру не заморачиваться. Просто если мысли вслух будут какие-то, то буду говорить. Так, вот само колесо. Тяжелая собака, тяжелая. Я заказал колесом КУС. КУС. Я заказывал 350 ватт. А мне что-то кажется, что он прислал 500. Что-то такое. Тяжеленькое колесико. Передние. Вот, колеса МКУС, в принципе, я думал сначала Бафанг взять, но потом посмотрел, смотрю, что вроде МКУС у них так вот неплохо сделано. Вроде вот гравировочка такая вся делается. Мало как бы обзоров прям вот таких вот в интернете МКУС. 48 вольт, 26 колесо. Вот оно. Обод какой-то, спицы усиленные, видно, что толстые спицы. Такие дела. Дальше, что там должно прийти? Так, это какая-то, видать, упаковочка. Итак, это, скорее всего, бортовой компьютер. Ага, это вот коробочка для бортового компьютера, чтобы все было эстетично и красиво. Я заказывал у продавца такого. Сейчас мы проверяем, чтобы все было ровно. Это я потом без вас проверю, конечно, еще раз. И сам ага, это зарядка, скорее всего, для аккумулятора. Угу. Ладно, поподробнее потом посмотрим. Аккумулятор тяжелый, собака. Литий-ионка, 13 ампер часов. Завернутый, как я не знаю что, прям вот. Прям вообще прискочил. Что-то все такое по отдельности тяжелое. Все такое по отдельности тяжелое. Когда, блин, на велике вез, это все таким легким казалось. Посылка в целом 13 килограмм. В целом 13 килограмм оказалось. По отдельности. Уборочку придется наводить. Все
взял такое эстетичное. Литий железо фосфатный не хотел брать аккумулятор, потому что ну там колхозы, короче, много. А тут вот такая вот темка будет. Мне казалось, что он больше будет. Ну вот подписано вольтаж 48, 13 ампер часов. Реально мне казалось, что аккум больше. А он вообще такой маленький прям. Смотрите, реально, ну вот, вот моя ладонь. Видите, да? Моя маленькая женская ладонь. Как бы такая темка. Ну и вот тут характеристики прописаны. 13 ампер часов. Это вот магазин этот, и Bike Battery. Ну там чит. Они, кстати, вот мкусовские в основном и торгуют. Так, что там наш Люкенг прислал? Еще. Должен, по-моему, вот быть бортовой компьютер. Я пока его еще не увидел. И сам вот этот вот дисплей. Портовой компьютер. Надеюсь, ну вроде правильно называю. Как его называют-то еще? Ну вообще-то компьютер фактически. Вот такая вот штука. Потому что он задает там параметры, хранит информацию в себе и так далее. Да, вот он. Вот он бортовой. Вот ключи от моего новенького автомобиля. Я поздравляю. Меня, ну-ка, это, наверное, от аккумулятора, скорее всего. Ладненько, хорошо. Дальше, что у нас тут? Хомутиков прислал, Сенкью. Фэйшанхань синий, по-китайски. Большое спасибо. Это ассистент ПАС. Я его все-таки взял. Мне, конечно, говорили, что типа не надо, типа не пользуюсь. Я взял. Я не знаю, что это такое, ну вот надо мне попробовать. Вот он сам компьютер, контроллер, контроллер, он контролирует. Ну я называю его компьютер. Ну, вот он. Такой махонький. В алюминиевом корпусе, вот он. Дальше. Проводов нужно будет, конечно, еще со всем этим разбираться. Ага, тормозные ручки, точно я совсем забыл про тормозные ручки. Ну, что на них смотреть? Они отсекают мотор. Это что такое у нас? Это ручка газа, вот этот вот. Буду так нажимать, если я захочу, и он будет мчать меня. Заглушечки, заглушечки. И вот сам, ну, дисплей. Заказывал дисплей простой, не хотел я крутой там какой-нибудь. Базовый. Вау, ой, ой, вот он махонький такой вот он. Вот такая вот посылочка. Вот, пожалуйста, вот можно посмотреть. Ну вот. В принципе, все. Тут заглушечки еще какие-то. Да, короче, что хочу сказать. Ну, я еще пока это ничего не установил. Хочу сказать, что продавец, ну, упаковано все отлично. Отлично все упаковано. Я еще раз, конечно, проверю. Вот, смотрите, какой аккумулятор маленький, вообще малюсенький. Я еще раз, конечно, все проверю уже без вас на наличие дефектов и так далее. Но вот первый взгляд, все реально очень аккуратно упаковано. На коробке наклеена табличка, что хрупкий груз, поэтому реально, там, например, передо мной мужик получал посылку, там коробка уже развалилась у него в руках. Я и так подумал, думаю, сейчас посылка и мне такая же придет. Нифига. Посылка реально вся аккуратно упакована. Таблички, что хрупкий груз. Надпись, что литий-ионная батарея, что взрывоопасная. Вот, и внутри тоже все довольно четко, аккуратно упаковано. Поэтому, ну, лайк продавцу за это. То есть, в принципе-то, замечаний нет. Аккумулятор. Вот мы включаем питание. О,
То есть он как-то работает. Ну, конечно, это, я так понимаю, заряд, что ли. Ну, это нужно будет выяснять. Ну, ладно. Надеюсь, вам понравилась моя распаковка. Дальше будем устанавливать все это на велосипед и будем становиться велосипедистами. Электровелосипедистами, ну, наполовинку, время от времени. В общем, в гараже Бэтмена, то бишь меня, появилась новая игрушка. Все, до новых встреч.